В Атырау презентовали обновленный палеонтологический музей. Подобных экспозиций в стране и единицы. Он открыт для всех желающих, а специалисты уже даже строят планы будущих раскопок. Палеонтологический музей, разместившийся в двух комнатах, был основан археологом-энтузиастом более 20 лет назад. Позже над музеем взяла шефство одна из крупных организаций, а с недавнего времени его преобразовали в филиал областного историко-краеведческого музея. Сегодня вниманию посетителей представили обновленные и систематизированные экспозиции. Вот один из самых интересных экспонатов, найденных у нас здесь, это отпечаток крыла бабочки. Отпечаток крыла самой настоящей бабочки, которая как раз порхала вот в этих лесах. Сотни экспонатов, зубы доисторических акул, окаменелые останки и кости животных, обитавших 100-150 миллионов лет назад. Все это собрано на территории западного Казахстана. Когда-то здесь было огромное море, а сегодня находят окаменелости огромных мегалодонов, плезиозавров и моллюсков. В области найдены останки мамонтов, шерстистых носорогов, первобытных туров и оленей. Мы собираемся продолжать нашу работу, потому что то, что есть в недрах наших меловых плато, оно еще мы не знаем, когда оно все полностью раскроется. И мы каждый раз рассчитываем, что новые и новые чудеса эти предстанут перед нашими глазами. Вместе с обновленной экспозицией новые планы на будущее. Уже на этот год запланировано несколько многообещающих экспедиций. Серьезных научных изысканий здесь не проводилось, а потому уникальные находки еще впереди, уверяют специалисты. В прошлом году экспедиция музея побывала в Мангистауской области. В этом году уже запланированы две экспедиции, от которых мы ждем много интересного материала. Сегодня сотни миллионов лет земной эволюции умещаются на 16 квадратных метрах. В будущем здесь надеются на расширение. И это не просто мечты ученых. В Западном Казахстане представлено около 70% окаменелости мелового периода. Многие из них до сих пор не поддаются точному научному определению и нуждаются в исследованиях. А значит, главные сенсации еще впереди. Тагатутигулов, Азельхан Уахитов, Амантай Матенов, Атырау.